Очень зыбки мои представления времени, пространства. Стоит мне хоть немного напрячь мысль, как время и пространство начинают таять, сокращаться. Не раз испытывала нечто поистине чудесное. Не раз случалось, я возвращаюсь из какого-нибудь далекого путешествия, возвращаюсь в те степи, на те дороги, где я когда-то был ребенком, мальчиком. И вдруг, взглянув кругом, чувствую, что долгих и многих лет, прожитых мною, как не бывало. Я чувствую, что это совсем не воспоминание прошлого, нет. Просто я опять прежний, опять в том же самом отношении к этим полям и дорогам, к этому полевому воздуху, к этому тамбовскому небу, в том же самом восприятии их и всего мира, как это было вот здесь, вот на этом проселке, в дни моего детства, отрочества. Нет слов передать всю боль и радость этих минут, все горькое счастье, всю печаль и нежность их. Не раз чувствовал я себя не только прежним собою, ребенком, отроком, юношей, но и своим отцом, дедом, прадедом, пращуром. В свое время кто-то должен и будет чувствовать себя мною. Яков Демидович, а для чего ты на свете живешь? Как для чего? Вот сад караулю. Да нет, я не про то. Для чего ты на свет родился? Для чего на земле существуешь? А Господь его знает. Значит, не знаешь. А кто же это знает? Так ведь надо знать. Надо думать, додумываться. Я думаю. Ну и что же ты надумал? Надумал-то. А по совести сказать я не знаю. А может быть, ты живешь только для того, чтобы есть, пить, спать, потомство плодить, жить в свое удовольствие? Нет. Это я бы заскучал. Значит, ты живешь не для этого. Но тогда для чего же? Чтобы радость была. Радость. А это разве не радость? Сладко есть, сладко пить, с женой красивой спать, богатым и почетным быть. Ну, это сама собой. Значит, не в этом одном дело? Стало бы, что нет. Ну, так а в чем же? В чем-то в чем. Мы вот возили раз с покойником родителям хлеб с поля. Я и пристань к нему. Что, мол, да как, да зачем? Я тогда совсем коростовый был. Он молчал, да и говорит, наконец, как пущу тебе, малый, по ушам кнутом, так узнаешь, зачем. Так, как род наших воспоминаний. Весь день проливной свежий дождь, его сплошной шум путесовой крыши. В притихшем доме сумрак, скучно, на потолке спят мухи. В саду покорно никнут под водяной бегущей сетью мокрые деревья. Красные цветники у балкона необыкновенно ярки.
дождь. Им скучно в доме. Да. Опять дождь. Здесь делаете? Соня! Ну вот часа в 4, дождь светлей, реже. Ставит самовар в сенцах. Бальзамический запах дыма стелится по всей усадьбе. А к закату совсем чисто, тишина, успокоение. Уже синеет вечер. В просеках буру слоны желтые хуи, дороги влажные упруги. В тот вечер бежали впереди гулявших маленький кадетик и большая добрая собака, все время играя, обгоняя друг друга. А с гулявшими степенно, грациозно шла девочка-подросток с длинными руками и ногами. И все усмехались, знали, отчего так бежит, так неустанно играет. И притворно веселится кадетик, готовый отчаянно заплакать. Девочка тоже знала и была горда, довольна, но глядела небрежно и брезгливо. Вспоминаю я прошлые дни, и ласки, и встречи, вечерней зарею, палящие полдни над сонной рекою, в саду меж березок в прохладной тени, качели высокие в чаще садовой, веселые звуки веселых речей, и сумрак и сырость в аллее сосновой, в безмолвии лунных и тихих ночей. Вечный, всюду опаздывающий молодой человек. Ну, уж на этот раз никак не по своей вине. Опоздал не молодой человек, а поезд. Тише, все спят. Целый вечер умирали от нетерпения, ожидания. Наконец махнули на тебя рукой. Папа ушел спать рассерженный, обругав тебя вертопрахом. А Ефрема, очевидно, оставшегося на станции до утреннего поезда, старым дураком. Наталья ушла спать обиженная, прислуга тоже разошлась. Одна я осталась терпеливая и верна тебе. Ну, раздевайся и пойдем. Пойдем. Спасибо, милый друг. Убедиться в твоей верности мне теперь особенно приятно. Ты стала совершенной красавицей, и я имею на тебя самые серьезные виды. Какая рука, шея, и как соблазнителен этот мягкий халатик, под которым, верно, ничего нет. Почти ничего. Ну и ты стал хоть куда, живой взгляд, и пошлые черные усики, и очень возмужал. Только что это с тобой? Ты за эти 2 года, что я не видела тебя, превратился из вечно вспыхивающего от застенчивости мальчика в очень интересного нахала. И это сулило бы намного любовных утех, как говорили наши бабушки. Если бы не Натали, в которую ты завтра утром влюбишься до гроба. Да кто это Натали? Это Наташа Станкевич. Моя подруга по гимназии, приехавшая погостить у меня. И вот это уж действительно красавица. Не то, что я. Представь себе. Прелестная головка, так называемые золотые волосы и черные глаза. И даже не глаза, а черные солнца, выражаясь по-персидски. Ресницы, конечно, огромные и тоже черные. И удивительный золотистый цвет лица, плечей и всего прочего. Чего прочего? А вот мы завтра утром пойдем с ней купаться. Советую тебе залезть в кусты, тогда увидишь, чего. И сложена, как молоденькая нимфа. Не прогневайся.
Больше ничего нет. И водки нет. Дай бог. Чокнемся хоть вином. А что именно? Дай бог. Найди мне поскорее такого жениха, чтобы пошел к нам во двор. Ведь мне уже 21 год. А выйти замуж куда-нибудь на сторону я никак не могу. С кем же останется папа? Ну, дай бог. Да, ты ничего себе. Похож на грузина и довольно красив. Прежде был уж больно тощий зеленым лицом. Вообще очень изменился. Стал легкий, приятный. Только вот глаза бегают. Ну, так это потому, что ты меня смущаешь своими прелестями. Ты ведь тоже не совсем такая, как была прежде. Ну, а что папа? Папа, слава богу, молодцом. По-прежнему прям тверд. Постукивает костылем, сбивает седой кок, тайком подкрашивает чем-то бурым усы и баки, молодецки посматривает на Христю. Только еще больше прежнего трясет, качает головой. Похоже, что никогда ни с чем не соглашается. Да, пока все, слава богу. И прекрасное лето. Ночь-то какая, а? Только Славию уже замолчали. Я, правда, тебе очень рада. Послала за тобой еще в 6 часов. Боялась, не опоздал бы выживший из ума Ефрем к поезду. А потом даже довольна была, что все разошлись, что ты опаздываешь. Что мы, если приедешь, посидим наедине. Я почему-то так и думала, что ты очень изменился. С таким, как ты, всегда бывает так. И знаешь, это такое удовольствие сидеть одной во всем доме в летнюю ночь, когда ждешь кого-нибудь с поезда. И наконец услыхать, что едут, погромыхивают бубенчиками, подкатывают к крыльцу. Вот ты говоришь, Натали. Никакая Натали с тобой не сравнится. Кстати, кто она? Откуда? Наша, воронежская. Из прекрасной семьи. Очень богатый когда-то. Теперь же просто нищий. В доме говорят по-английски и по-французски, а есть нечего. Очень трогательная девочка. Стройненькая, еще хрупкая. Умница, только очень скрытная. Не сразу разберешь, умна или глупа. Да, кстати, эти Станкевичи, недалекие соседи твоего милейшего кузена Алексея Мещерского. И Дали говорит, что он частенько стал заезжать к ним и жаловаться на свою холостую жизнь. Ну, ей не нравится. Ну, а потом богат, подумает, что вышла из-за денег, пожертвовала собой для родителей. Так. Но вернемся к делу. Натали, Натали. А как же наш с тобой роман? Натали нашему роману все-таки не помешает. Ты будешь сходить с ума от любви к ней, целоваться будешь со мной. Будешь плакать у меня на груди от ее жестокости, а я буду тебя утешать? Но ведь ты же знаешь, что я давным-давно влюблен в тебя. Да. Но ведь это была обычная влюбленность в кузину, и при том очень подколодная. Тогда смешон и скучен был. Бог с тобой. Прощайте твою прежнюю глупость и готовы начать наш роман завтра же, несмотря на Натали. А пока идем спать. Мне завтра рано вставать по хозяйству.
Только смотри теперь. Завтра при всех не смей пожирать меня страстными взорами. Избавит Бог, если заметит что-нибудь, папа. У меня боится ужасно, а я его ищу больше. Да я не хочу, чтобы Наталья заметила что-нибудь. И я ведь очень стыдлива. Не суди, пожалуйста, по тому, как я веду себя с тобой. Не исполнишь моего приказания, сразу станешь противен мне. Уснул я сладко, мгновенно разбитый счастьем и усталостью, совсем не подозревая, какое великое несчастье ждет меня впереди. Что шутки Сони окажутся не шутками. Впоследствии я не раз вспоминал, что когда я вышел в свою комнату и чиркнул спичкой, чтобы зажечь свечу, на меня мягко метнулась крупная летучая мышь. Она метнулась к моему лицу так близко, что я даже при свете спички ясно увидел ее мерзкую темную бархатистость и ушастую, курносую, похожую на смерть хищную мордочку. Потом с гадким трепетанием, изламываясь, нырнула в черноту открытого окна. Но тогда я тотчас забыл о ней. Первый раз я увидел Натали на другой день утром, только мельком. Я проснулся в то утро довольно рано, в еще полной тишине всего дома. Нет, братец, меня в это время в спальне не застанешь. Это ведь вы все валяетесь по кроватям до трех дубов. Каких дубов, дядюшка? Так мужики говорят. Солнце уже поднялось на три дуба, а ты все мордой в подушку. Вот так мужики говорят. Ну, пойдем. Пойдем пить кофе. По утрам мы пьем кофе. Со сливками. Забыл совсем. Забыл. Нянюшка. А. Садись, садись. Будете? Конечно. Сейчас принесу. Сколько ж это, братец, мы с тобой не виделись. Я притворялся, что слушаю, а сам так ждал Натали и Соню, что не сиделось на месте. Что это за Натали, и как мы встретимся с Соней после вчерашнего? Чувствовал к ней восторг, благодарность. Порочно думал о спальнях, ее и Натали, обо всем том, что делается в утреннем беспорядке женской спальни. Может быть, Соня все-таки сказала Натали что-нибудь о нашей начавшейся вчера любви? Если так, то я чувствую нечто вроде любви к Натали не потому, что она будто бы красавица, а потому, что она уже стала нашей с Соней тайной соучастницей. А чего же нельзя любить двух? Вот они сейчас войдут во всей своей утренней свежести и увидят меня, мою грузинскую красоту и косоворотку, блеск выспавшихся глаз, молодое утреннее возбуждение. А перед завтраком они пойдут по саду, к реке, будут раздеваться в купальне, освещенные по голому телу сверху синего неба, а снизу отблеском прозрачной воды. Воображение всегда было живо у меня.
обеда. Ты ведь помнишь, обед в 12 часов. 12. Ой. Действительно красавица. Натали, Виталий, мы уже виделись. Средь шумного бала случайно. Ну, купаться. В первую очередь мы, потом пойдешь ты. С нынешнего дня притворяться, что ты влюбился в Натали. И берегись, если окажется, что тебе притворяться не надо. Соня. Приду к тебе после обеда. Когда затихнет весь дом, но после обеденное время, и Соня тайком прибежит ко мне, чтобы продолжить вчерашнее уже не наспех и не как-нибудь. Спасибо. Можно разливать? Да, конечно. Приятного аппетита. После обеда я тотчас ушел в свою комнату и стал ждать. Ну, запри дверь.
иди ко мне. Мы не проронили почти ни слова за эти минуты. И она во всей прелести своего жаркого тела позволяла целовать себя уже всюду. Только целовать. А что до Натали, то повторяю. Берегись перейти за притворство. Характер у меня вовсе не такой милый, как можно подумать. Жизнь моя пошла внешне обыденно, но внутренне я не знал ни минуты покоя, все больше и больше привязываясь к Соне, к сладкой привычке изнурительно страстных свиданий с ней по ночам. Она теперь приходила ко мне только поздно вечером, когда весь дом засыпал, и все мучительнее и восторженнее следя тайком за Натали, за каждым ее движением. За что так Бог наказал меня? За что дал сразу две любви, такие разные, такие страстные? Такую мучительную красоту обожания Натали и такое телесное упоение Сони. Я чувствовал, что вот-вот мы с ней не выдержим нашей неполной близости, и что я совсем сойду тогда с ума в ожидании наших ночных встреч. Боюсь, что мы с тобой при Натали и за столом недостаточно просты. Папа, мне кажется, начинает что-то замечать. Натали тоже. А нянька, она, конечно, уже уверена в нашем романе, небось наушничать папе. Сиди побольше в саду с Натали вдвоем. Читай этот несносный обрыв. Уводи иногда гулять по вечерам. Господи, боже мой, это ужасно. Я видим, человек идет к тебе в глаза, готов цепить тебя при всех волосах. Какая-нибудь одарка. Что же мне делать? Я слышал, Натали, что, может быть, мы породнимся с вами? А как это? Мой кузен, Алексей Николаевич Мещерский. Ах, вот что. А как этот ваш кузен? Простите, упитанный, весь заросший черными блестящими волосами. Картавящий великан с красным сочным ртом.
А кто дал вам право на подобные разговоры со мной? Натали. Натали. За что вы так строги ко мне? Уши пошутить нельзя. Но простите меня. Я до сих пор не понимаю. Не знаю вас. Но довольна об этом. Натали! Что? На минутку. Вздохните. Какой ветер. Какой радостью могло бы быть все. Дождю. Спать хочется. Венька сказала, народился молодой месяц. И теперь с неделю будет обмываться. Натали, что вы думаете о первой любви? Я в одном убеждена. В страшном различии первой любви юноши, девушки. Ну и девушки бывают разные. Нет. Спать. Спать. А я еще подремлю тут. Мне ночь нравится. Что-то нехорошо говорили мы нынче с вами. Да-да. Мы нехорошо говорили. Волос у вас. А вот коса намного темнее. Цвета спелой кукурузы. Только чувствую счастье. Натали, дятел, посмотрите. А я уже видела. Давеча видела, вчера видела. Не мешайте читать. Натали,
Посмотрите, как это похоже на засохших червячков. Что? Где? Правда? Натали. Натали. Вы уже любите Соню? Нет. Нет. Это неправда? Ну, конечно, неправда. Я ее очень люблю. Ну, как сестру. Ведь мы же знаем друг друга с детства. Соня, а что с Натальей? Лежит целый в распашонке, нечесанная. По лицу видно, что ревела, принесли ей кофе, не допила. Что такое? Голова болит. Уж не влюбилась ли? Очень просто. Сегодня за самоваром я. Соня заболела. Как? То вы, то она. А у меня просто болела голова с утра. Стыдно сказать, только сейчас привела себя в порядок. Да чего удивительно это зеленое при ваших глазах и волосах. Вы вчера мне поверили? Не сразу. Не совсем. Потом вдруг сообразила, что не имею основания не верить вам. Что в сущности, какое же мне дело до ваших Сони чувств? Ну, идем. Заболела. У меня всегда это проходит очень тяжело, дней 5 лежу. Сегодня еще могла выйти, а завтра уж нет. Я тебя прошу, веди себя умно без меня. Я тебя страшно люблю и ужасно ревную. Ну, неужто ты же не заглянешь нынче ко мне? Ну, ты глупа. Свободу с Натали и 5 дней не видеть по ночам у себя Соню. Почему Натали стала ласкова, а избегает? Боится Сони или себя? Своего чувства ко мне? Но не навек же я связан с Соней. Не век же мне, да и Натали гостит тут. Через неделю-другую я все равно должен буду уехать. И тогда конец моим мучениям. Найду предлог приехать познакомиться со Станкевичами, когда Наталья вернется домой. Уехать от Сони.
Да еще с обманом, с этой тайной мечтой о Натали, с надеждой на ее любовь и руку будет, конечно, очень больно. Разве только с одной страстью целую я Соню? Разве я не люблю ее? Ну что же делать? Этого рано или поздно все равно не избежишь. Сиди возле меня, Витька. Не больно, не грустно. Расскажи что-нибудь смешное. Месяц ты и правда обмывался. Душа обмылся, распогодилась. И так сладко пахнет цветами. Раз цветы сильно пахнут, значит, опять будет обмываться. Не смей возражать, больной. Соня сердится, что я все сижу возле нее, что вы все один и один. Она еще не совсем поправилась, а вы без нее скучаете. Да я скучаю только без вас, когда вас нет. Но мы же условились не ссориться больше. Послушайте, лучше вот что. Пойдите погуляйте до ужина. Потом я посижу с вами в саду. А предсказания насчет месяца, слава богу, не сбылись. Ночь будет прекрасная. Соне меня жаль. А вам? Нисколько. Страшно жаль. Но, слава богу, Соня уже здорова. Скоро не будете скучать. Thank you.
оставим Соту. Да нет. Это просто ласковое слово. О погоде. Мне кажется, завтра будет дождь. Это почему, мой друг? Я только что ходил в поле. С грустью думал, что скоро покину вас. Это почему? Вы собираетесь уезжать? Ну, не могу же я. Вздор, вздор. Папа и мама отлично потерпят разлуку с тобой. Раньше 2 недель я тебя не отпущу. Да вот и она не отпустит. Я не имею никаких прав на Виталия Петровича. Дядя, запретите Наталье называть меня так. Запрещаю. И довольно болтать о твоем ответе. Вот насчет дождя ты прав. Вполне возможно, что погода скоро опять испортится. В поле было уж слишком чисто. Ясно. И месяц очень чист. И похож на желудь. И дуло с юга. И вот видите, уже находят облака. Из тебя, Виталий, получится второй Брюс. Еще не спите. Но вы же мне сказали. Ах, простите. Я очень устала нынче. Пройдемтесь по аллее, и я пойду спать. Поцелуй меня, поцелуй.
Ой, не совсем. Я целую неделю с тобой. Соня, Соня, где ты? Я страшно боюсь. Свечи нагорели, долог зимний вечер. Сел ты на лежанку, поднял тихий взгляд. И звучит гитара удалью печальной песни, беззаветной старой песни. Песни беззаветной старой песни, Влад. Где ты закатилась, счастье золотое? Кто тебя развеял по чистым полям? Не взойти над степью, нет пути дороги к невозвратным дням. Нет пути дороги к невозвратным дням. Через год она вышла замуж за Мещерского. Свечи догорели. Не судья тебе я за грехи былого, не воротишь жизни прожитой назад, не воротишь жизни прожитой назад. В январе следующего года, в Татьянин день, был бал воронежских студентов в благородном собрании. За то время, что прошло с той страшной ночи у Черкасовых, а потом с ее замужества, я постепенно оправился. Во всяком случае, привык к тому состоянию душевно больного человека, которым втайне был и внешне жил, как все. Когда я приехал, бал только что начался. Гаудамус, иди тут. Ну что, бабушка, как спасаешься? У тебя ли не рай, у тебя ли не мед? Ах, залетный гость, издеваешься. Уж какой там мед, шкуру пес дерет. Лес гудит, свистит, нагоняет сон. День и ночь стоит над волной туман, окружен со всех четырех сторон тьмой да мгой, сырой островок буян. А еще темней мой прогнивший сруб, где не вздуть огня, не топить не смей, а в окно глядит только старый дуб.
под каким яйцо закопал Кощей. Я состарилась, изболелась вся, охраняющий чертов тот ларец. Будь огонь в светлице, я б согрелась, будь капусты клок похлебала б щец. Да огонь-то, видишь, в океане есть, да не то что щец, нету прелых лык. Черт тебе велел к черту в слуги лезть, дура старая, неразумный шлык. Прошло еще полтора года, и однажды Нарочный привез ее телеграмму из Благодатного. Сегодня утром Алексей Николаевич скоропостижно скончался от удара. Тебе славу воссылаем, с обезначальным твоим отцем, и с пресветлым и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Узнать.
Буду на вашей станции в 9 вечера. Позвольте заехать, узнать, как вы поживаете. Позвольте заехать, узнать. Еще немного выросли. Да, я все еще расту. Я не ужинаю, выпью только чаю, а вы сперва покушаете. А вы из Москвы? Почему? Что же там делать летом? Возвращаюсь из Парижа. Ах, вот. Так. И долго там пробыли? Если бы я могла поехать куда-нибудь, но ведь моей девочке всего 4-й год. Пожалуйста, курите. Натали, не нужно вам быть со мной светски любезной. Не обращайте на меня особого внимания. Я заехал только взглянуть на вас и опять скрыться. И не чувствуйте неловкости. Ведь все, что было бельем, поросло. И прошло безвозвратно. Вы не можете не видеть, что я опять ослеплен вами. Но теперь вас нисколько не должно смущать мое восхищение. Оно теперь бескорыстно и спокойно. Это совершенно точно. Ведь все на свете проходит. Что до моей страшной вины перед вами, то я уверен, что она уже давным-давно стала для вас безразлична и гораздо более понятна, простительна, чем прежде. Вина моя была все-таки не совсем вольная. И даже в ту пору заслуживала снисхождения по моей крайней молодости и тому удивительному стечению обстоятельств, в которые я попал. Ну и потом, я уже достаточно наказан за эту вину. Всей своей гибелью. Гибелью? Разве не так? Вы до сих пор не понимаете. Не знаете меня, как сказали когда-то. Я видела вас на балу в Воронеже. Как еще тогда молода была я. И как удивительно и счастна. Разве бывает несчастная любовь? Разве самая скорбная в мире музыка не дает счастья? Расскажите мне о себе. Неужели вы и навсегда поселились в деревне? Значит, вы тогда меня еще любили? Да. А это правда, что я слышала, что у вас есть любовь, ребенок? Это не любовь. Страшная жалость, нежность. Но и только. Расскажите мне все.
Я кончил курс. Потерял вскоре после этого почти одновременно отца и мать. Поселился в деревне. Хозяйствовал. Сошелся с крестьянской сиротой Гашей, выросшей у нас в доме, служившей в комнатах моей матери. Маленькая, худенькая, светловолосая, загадочно молчаливая, будто ко всему безучастная. Мила она была мне бесконечно. Я носил ее на руках и думал, вот и все, что мне осталось в жизни. Когда она родила, я хотел обвенчаться с нею. Нет. Мне этого не нужно. Мне только стыдно будет перед всеми. Какая же я барыня? А вам зачем? Вы тогда меня еще скорее разлюбите. Вам надо ехать в Москву. Поезжайте. Поживите в свое удовольствие. Я тебе скучать не буду. Только одно помните. Если влюбитесь в кого как следует и жениться задумаете, ни минутки не помедлю. Утоплюсь. Вот вместе с ним. Теперь вы видите, что я всячески погиб. Полноте. У вас еще вся жизнь впереди. Но брак для вас, конечно, невозможен. Она из таких, что и ребенка не пожалеет, не то что себя. Не в браке дело. Ох мой, мне жениться. Да-да, как странно. А ваше предсказание сбылось. Мы породнились. Вы чувствуете, что вы мне двоюродный брат теперь. Но вы, наверное, очень устали с дороги. Даже не притронулись ни к чему. Но хватит разговоров на сегодня. Идите. Для вас постель в павильоне приготовлена. Напрасно совершил я этот глупый внезапный поступок. Напрасно заехал. Понадеялся на свое спокойствие, на свои силы. Ночь была необыкновенно тиха. Было уже поздно.
ту страшную ночь с молнией. И любил уже только тебя одну. Никакой другой страсти, кроме самой восторженной и чистой страсти к тебе, во мне уже не было. Я со временем все поняла. И все-таки, когда вдруг вспоминала эти молнии, тотчас после воспоминания о том, что за час до того было в аллее. Нигде в мире нет тебе подобной. Когда я давеча смотрел на эту зеленую чесучку и на твои колени под ней, я чувствовал, что готов умереть за одно прикосновение губами только к ней. Ты никогда, никогда не забывал меня эти годы. Забывал. Только так, как забываешь, что ты живешь. Дышишь. И ты правду сказал. Нет несчастной любви. Ах, это твоя оранжевая распашонка. И вся ты, еще почти девочка, мелькнувшая мне в то утро. Первое утро моей любви к тебе. Потом твоя рука в рукаве малороссийской сорочки. Потом наклон головы, когда ты читала обрыв. А я бормотал: Натали, Натали. Да, да. Потом ты на балу, такая высокая и такая страшная в своей уже женской красоте. Как хотел я умереть в ту ночь в восторге своей любви и погибели. Потом ты со свечой в руке, твой траур, твоя непорочность в нем. Мне казалось, что святой стала та свеча у твоего лица. И вот ты опять со мной, и уже навсегда. Но даже видеться мы будем с тобой редко. Не могу же я, твоя тайная жена, стать твоей явной для всех любовниц. В декабре она умерла на Женевском озере в преждевременных родах. Thank you.
ни в чем у нас нет веры. Все истерика. Жажда довести себя из-за всякого пустяка до отчаяния. Вечное недовольство на все. Везде и во всем мука. Все не так. Все не к черту. А народ у нас глупый, господа хорошие. Вот вчера пошел на деревню сернечков купить. Иду по задворкам, а на гумне мужик стоит. А по ниже коржам во весь дух бежит девочка, лет 7 или 8. Бежит и навзрыд, плача, спешит из ржей телушку выгнать. А он стоит и орет на всее поле, длинный, долговязый, морда злая, скучная. Орет безо всякой совести. Опять телушка воржит, так-то твою так, так-то ты за ней смотришь, и распротак твою так. Я даже диву дался, до чего свинья невежа. Можно разве так-то на свое дитя кричать? Ну вот. А ты говоришь, что лучше нашей державы, да лучше нашего народа во всем свете нет. А еще ж, конечно, нету. Только нас, конечно, учить надо. Как бы подойти к этому самому дураку, да дать ему, чтоб красные сопли потекли, так не стал бы горланить так-то. Только не все и у нас подобные. Нынче утром пастуха на гумне встретил. Да чего хорош. Сидит на меже и себе портки жжет. Стадо все в поле ушло, а ему и горюшки мало. Достал стекло жгучее и наводит на портки. Солнце из облака выйдет, от порток дым столбом. Что ж ты, говорю, дурак делаешь? Ай, маленький, тебя женить давно пора. А у него рот до ушей. Чудо, говорит, больно. Дяденька, где ж ты, говорю, взял это самое стекло? А мне брат солдат принес. Хороший у нас народ. Обоюдный. Печаль пространства, времени, формы преследует меня всю жизнь. И всю жизнь сознательно и бессознательно то и дело я преодолеваю их. Но на радость ли? И да, и нет. Thank you.